Почему мы проигрываем информационную войну? Ну, потому что мы ведем информационную страну, потому что в России информационная война ведется на стороне американцев против России. Американцы подставляются по полной, одна псаки что стоит, и все равно для всего мира мы плохие. Ну, потому что надо было не проводить десталинизацию в России, а развивать собственные СМИ, типа Russia Today. Не с помощью Сванидзе и Парфенова, а с помощью совсем других людей. А с помощью людей, выступающих на стороне США, мы здесь ничего не изменим. То есть изменим, но не в ту сторону.